том, как буря перевесила вывески. В старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком и разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером, а надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, когда хотели их нарядить. Так вот, в те далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь. Ведь какие, бывало, торжества устраивали на улицах? Нам с вами таких уже не видать. Их давным-давно упразднили, так как они, видите ли, вышли из моды. Но для чего же занятно теперь послушать дедушкины рассказы об этом? Вы представить себе не можете. А что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску? Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастера торжественно несли заздравный кубок и большой ларец, а в рукавах у них развивались по ветру красные и белые ленты. Старшие подмастера держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясалось, и самым замечательным инструментом в оркестре была птица. Так называл дедушка длинный шест, увенчанный полумесяцем и обвешанный всевозможными колокольчиками и бубенчиками, настоящая турецкая музыка. Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону, колокольчики звенели и бренчали, а в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце. А впереди всех бежал орликин в костюме из разноцветных лоскутов. Лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками, не дать не взять лошадь, запряженная в сани. Он размахивал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка. Она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от этого никому не было. Люди толпились и толкались, старались протиснуться, одни вперед, другие назад. Мальчики и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву, а пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бранились. Всюду слышались говор и смех. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу. На небе ярко светило солнышко. Правда, случалось, что на процессию попрыскивает небольшой дождик. Но ведь дождик крестьяну не помеха, пусть хоть город насквозь промокнет, зато урожай будет богаче. А до чего хорошо рассказывал наш дедушка. Просто заслушаешься. Ведь еще маленьким мальчиком он сам все это видел своими глазами. Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост, построенный под самой вывеской, и говорил речь. Да не как-нибудь, а в стихах, словно по вдохновению. Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновения. Ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями, и работу они начинали с того, что осушали целую миску пунша для пользы дела, конечно. Народ встречал эту речь криками «Ура!», но еще громче кричали «Ура!» Орликину, когда он тоже вылазил на помост и передразнивал оратора. Все хохотали до упаду, и он попивал себе мед из водочных рюмок и бросал рюмки в толпу, и люди ловили их на лету. У дедушки была такая рюмочка, ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на память. Да вот это было веселье, так веселье, а вывеска вся в цветах и зелени красовалась на новом месте. Вот. И сейчас читает папа. Держи. Так. Такого праздника не забудешь, хотя до 100 лет живи, говорил дедушка. Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только он не перевидал празднеств и торжеств на своем веку. Многое кое-чего он мог порассказать, но забавнее всего рассказывал он о том, как в одном большом городе переносили вывески. Да? Дедушка был еще совсем маленьким.
Когда приехал с родителями в этот город, в самой большой стране, на улицах было полно и полно народу. И дедушка тоже подумал, что здесь тоже будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество. Сотни комнат можно было бы заполнить этими картинами, если бы их вешали не снаружи, а внутри дома. На вывеске портного было изображено разное платье. И если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого человека, самого красивого. А на вывеске торговца табаком хорошенькие мальчики с сигарами в зубах, эдакие озорники. Были тут вывески и с селедками, были вывески с пасторскими воротниками и гробами. А сколько всюду висело объявление афиш, видимо, невидимо. Хотя себе целый день взад и вперед по улицам. Да любуйся, сколько душе угодно на эти картины. Заодно узнаешь, и что за люди живут на улице. Ведь они сами вывесили свои вывески. Тому же, говорил дедушка, когда ты попал в большой город, и полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов. И надо же было, чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом и очень складно, хоть и мама уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез. В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгрывалась страшная буря. До того страшное, что никакой в газете не было написано. Никогда. Ни старожилы не видели, не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш. Трещали и валились старые заборы. А одна тачка вдруг взяла и покатилась по улице, чтобы убежать от бури. А буря бушевала все сильнее и сильнее. Ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться. Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы. А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулись в лютую ночь, просто не сосчитать. И они так никогда и не выпрямились. Перед днем пущают нового Брэдмайера, который прибывал на пожар. Туда от строения оставалось только головешки. Мама. Ой, боже. Перед домом почтенного Брэдмайера, который прибывал на пожар, когда от строения оставались только головешки, стояла караульная будка. Так вот, буря почему-то захотела лишить его этого скромного символа пожарной доблести и, опрокинув будку, с грохотом покатил ее по улице. Как ни странно, будка остановилась перед домом бедного плотника, того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек. Да так и осталось там стоять, но, конечно, без всякого умысла. Вывеску цирюльника «Большой медный таз» ветер забросил на подоконник дома советника юстиции. Вот это было сделано уже явно не без умысла, поговаривали соседи, ибо все-все, даже самые близкие приятельницы его жены, назвали госпожу советницу Бритовой. Она была такая умная, что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали. А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Подумать только, какая нелепость. Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи, ведь в своей газете он сам себе голова, и никакой закон ему не писан. Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался. С каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи. Бочка Бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». Меню, висевшее у входа в кухмистерскую, ветер перенес.